В Усть-Каменогорске неизвестные выбросили двух котят из окна многоэтажки. Свидетелями стали два 18-летних жителя города, которые сразу бросились на помощь к животным. Прямо на наших глазах полетел второй котенок. Нам не удалось ни запечатлеть, ни самим увидеть того, кто виновен в этом. Мы позвонили в 112, нас перенаправили раза два. Под опеку котят взяли волонтеры. Сейчас они находятся в клинике. Им сделали операцию. По словам ветврачей, животные готовы к выписке, только у них нет хозяев. Тем временем зоозащитники заявили, что в Усть-Каменогорске участились случаи издевательств над животными. Был вообще вопиющий случай, что в кошку стреляли из пневматики, ей зубы выбили вот этим патроном. И он застрял в кошке, то есть была сложнейшая операция.